Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить контрабандную полицию. В прошлой серии у нас сейчас будут новые условия. Это Навид. Давайте почитаем, что нужно газета. Навид возвращается. Навид 78. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Заботьтесь о здоровье. Правительство приняло решение отменить Олимпиаду. В этом году новая дата будет установлена на следующем заседании Олимпийского какого-то комитета. Короче, по комментариям прошлой серии. Во-первых, что я понял? Во-первых, это то, что некоторые машины, типы машин, это все правильно. То есть, допустим, вот, ну, возьмем Азам, да, вот эта машина может быть как Азам. Вот, есть, короче, классика, это тип А, а есть пикап, это тип Б. Вот, здесь он визуально не показан, но, короче, получается, типа, да, тут обычная его версия, а которая, типа, здесь приделанные хероборы для грузов, это типа пикап получается. И из-за этого у меня, короче, пару раз ошибки были. Плюс к этому. Я, наконец-то, благодаря вам нашел калитку, блядь. 7 серий спустя мы знаем, где находится калитка, нам не нужно перепрыгивать через каждый раз барьеры. В общем, да-да. Так, что у нас по этому? В связи с надвигающейся эпидемической угрозой правительство вернуло обязательство иметь действующий сертификат о вакцинации. Въезд в страну разрешен только людям с прививкой от Навид 78. Кроме того, с момента вакцинации должно пройти не менее 2 недель. Контрабандиста. Нет зеркал. Королевство РК. Фиолетовый. И 37 лет водили. Пизда рулям. Погнали. Погнали. Фиолетовый, кстати, сразу же. Да? Не, подожди, вот этот фиолетовый. О, фиолетовый. Sorry. Давай документы. Давай. Сразу, пожалуйста, из машины выйди, чтобы... Чтобы мы все видели. Слышали. Ага. Атаю. Вы арестованы. Это полный конец, чувак. Это полный конец. Ты спалился. Здрасте. Так, вас тут двое. Ага, то есть еще одного, и надо снова их будет вести. Так, а я закрыл там всех? Закрыл, хорошо. Так, быстро осматриваем тачку. Ножик сразу в руки беру. Офигеть! Он теперь прям... Ёпушки-воробушки. Теперь прям, короче, намного больше хп тратится, когда я пытаюсь снять. Бессмертный прям. В таких машинах мы сразу помним, что осматривать нихера не надо. Так, мне здесь нужна ломик. Угу. Багажники что, есть? Нет. Так, это получается все, да? Колеса смотрели в бамперах, нет ни херах. Колеса тоже. Получается, да, получается это все. Возможно. Да, получается все. Максон. Давай-ка уезжай с ним, посмотрим, как правильно я обыскал машину или нет. Шикарно, полностью пресечена попытка провести... Двигатель. Я забыл, что нас повысили. Мы теперь получаем, по идее, 200 за правильный осмотр машины. Ладно, в двигателе. Я сейчас не знаю, напишите в комментариях. Вы видите, где там вообще в двигателе это может быть? Так, так, кстати, не смотрели, что такое Навид. Королевство РК, не зеркал, 37 лет. Правда, необходимо. Сразу взвешиваем его. Сколько там? 1480, хорошо. По лицу. По лицу похож. Ага.
Ага, не совпадение. Так, регистрационный номер. Давайте сразу по шурику QKK 5726 бай. Ага. Так, Азам 72 это именно та тачка. Здесь разбита фара у нас получается. Разбита фара. Отсутствует элемент. Отсутствуют зеркала. Оба причем. Слушай, а вылезите-ка из машины на всякий случай. Вдруг ты второй контрабандист подряд. Ну не, вроде нет. Просто там, насколько я помню, была вот эта херня. Нет зеркал. А, нет зеркал одного. Понял. У этого прям двух нету. Так, а правила въезда у нас до сих пор продолжают действовать, да? Не, правила въезда уже не действуют, получается. Правила въезда вот, только сертификат должен быть. Так мы должны просто проверять, получается, машинки. Так, давай смотреть, что у тебя там с этим, с твоим... А, ну ты в любом случае не можешь ехать, потому что у тебя паспорт не сходится. Тут тоже не сходится. Привит от холеры. Причем тут холера? 30 марта. Что-то... В смысле от холеры? Ты же должен от Навида быть привит. Ты совсем дурак. Где тут? А, правила въезда нет. Получается, вес автомобиля, регистрационный номер, тип автомобиля. Подожди, регистрационный... А, регистрационный номер, правильно. Опись грузов нету, фото нормально, срок действия нормально, но получается, да, такие пироги. У нас, кстати, есть еще сигареты, которые мы можем продать. Ошибка. Никакая ошибка не исправит того, что ты дурачок. Надо прививаться не от холеры, а от Навид 78. Здорово. Шикарно. Идеальный досмотр получается, да? Смотри-ка, разбитые окна не нашел еще одно. Так бы у меня было бы 200 баксов. Сука, обидно. Поторопитесь, моя сестра тяжело больная. Неизвестно, сколько ей осталось. Я должен с ней увидеться. Зеркала на месте. Что там у нас еще? РК и 37 лет. 37 лет тебе, да? Нет, тебе 27 получается. Так, Орест Смитов. Ну, по внешнему показателю похож. Паспорт нормально. 6 мая въезд можно. 24 мая нормально. Загар 53. Это, конечно, не та тачка, по-моему, если не ошибаюсь. Загар 53 это что-то грузовиковое. Да, это вообще не то. Так что у тебя что-то досмотрим. Тип автомобиля неправильно. Давай посмотрим номер регистрационный. ЕЗБ 7269ВД. Хорошо. Так, что у тебя? Сертификат на вид привит. Дата вакцинации 28 апреля. Должно пройти не меньше 2 недель. Все нормально у тебя. Но из-за того, что у тебя... А, тип автомобиля? Не, все нормально. Тип автомобиля не влияет на пропуск. По-моему, если не ошибаюсь. Как это было в прошлом видео. Я на всякий случай просто так пробегусь вокруг, чтобы понять, что ты точно не контрабандист. Ладно, тогда езжай. Так и быть, поверю, что у тебя там сестра. А на продаже есть что? Понял. Не надо ничего. Проезжай, получается. Пожалуйста, давай, выручай свою сестру. Блять. Фото не то. Имя, фамилия, паспорт автомобиля не то. Правила въезда. Чё? А, правила въезда все.
смысле, а почему правила въезда неправильно? У него же на вид 78. Побег? Блять. Засмотрелся нахуй. Ладно. Давай залазим. На этой машине мы его быстро догоним. Так. А еще этого челика мы должны еще успеть осмотреть за 5 минут и вернуться обратно, я так понимаю. Блин, а почему? Я что-то, если честно, вообще у меня уже мозги просто плывут и не понимаю, что к чему да почему. Ну, калитку нашли уже хорошо. Хорошо, что, кстати, машину новую купил, иначе бы я на той Тарантайке ее не догнал бы в принципе. Арестуйте беглеца. То есть ты сдаешься, да? В смысле, да мало, блядь. Охуел, что ли? Сиди в машине. Алло, блядь. Так, быстренько надо осмотреть все. Так, что здесь у нас? Ну-ка. Так, фальшивые деньги. Так, ладно. Так, мне здесь нужна вот эта вот, получается, да? Ножик нужен все равно. Бля, нож закончился. А у меня еще есть один? О, он уже был с собой, да, отлично. Что происходит, блядь? Блядь, некуда пихать, серьезно? А как так-то? А в смысле? Так, патрон для ружья нахуй. Да куда ты их выкинул вообще? Короче, понятно нахер. Мне просто кажется, что они больше стоят. Да не беликай, блядь. У меня еще 5.51 вернуться. Есть время. Беликает он мне тут. Так, а что это получается все? Зона погрузки слишком... Ну, здесь я ничего не смогу вытащить. Так, тогда получается... Патроны для автомата, наверное, надо подбирать. Так, и что у меня еще одно место осталось? А, нет, больше места нет. Ну, патрон для ружья и... Короче, остаются здесь. Так, сейчас мы... Да что ты там пиздишь, блядь? Ну-ка, разошлись нахуй. Охуевшие создания. Блядь. Ну, понятно. Хорошо, давай постреляемся. Где еще один черт? А, у вас тут несколько. Впервые в жизни отобьемся. Вы победили всех нападающих. 70 баксов, это неплохо, 70 баксов. В принципе, я потратил, ну, максимум 2 обоймы, наверное. Так, все, сигналы мне больше не нужны. Осматривать я их не буду, потому что у них только патроны какие-нибудь могут быть, поэтому... Просто едем обратно, доставляем преступника и все. Нет, эта машина мне очень нравится, надо ее проапгрейдить на самом деле, чтобы она была еще быстрее. Мотель Карат. Чувствую, нас сегодня туда, вам куда-нибудь, наверное, заставят сходить. Опа. Тормоза, кстати, хорошие еще тоже. Че ты беликаешь? Менты едут. Посторонись. Так, двигатель заглушить. Слышь? Чебурек, блядь. В тюрьму иди. В конце смены тебя сдадим. Так, ну, давайте как люди зайдем. Да, блядь. Оп, зашли как люди. Так, нам надо скинуть все это говно на склад. Очевидно. Так, все, прям скидываем сюда. Что мне надо? Патроны я хочу вернуть. Пусть у меня патроны будут с собой. Патроны для автомата мне тоже нахер не нужны. Лом.
Да или нет, вопрос хер знает. Нож на всякий случай нужен. Лопату надо будет купить. Хотя, подожди, у него что? А, у меня почти жизни не осталось, понял. Топор у нас, в принципе, еще долго прослужит, поэтому пока таким образом. Хотя, с другой стороны, как-то и патрон, наверное, многовато. Да, ну так вот нормально будет. Так. Сидите, блядь. Шлепки. Так, 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 так. Так, следующий. Следующий, пожалуйста. Пожалуйста, следующий. Так, двое у нас получается. 37 лет. Нет зеркал. На вид. Как на вид определять, я его хуй знает. Еще пока не понял. Давай, сразу по фотке. По фотке, похож. Анти-атмака. Анти-атмака. 20 декабря. Нормально все. Торговля. 1 декабря. Так, а 2790 машин должно бесить. Ебать, несоответствие с этим самым. Вес автомобиля. Выйдите, пожалуйста, из машины нахер. Вообще, что такое на вид? А, типа, давайте посмотрим. На вид 78. Ну, просто жила... А, или типа... Ебать, конечно, понятно. И 22 февраля, дата вакцинации. В смысле, соответствует. Январь, февраль, март, апрель, май. Подожди, а что там написано? С момента вакцинации должно пройти... А, не менее 2 недель. Все, я понял. А там у него прям было сделано недавно, да? Так, 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 кто там все? Да не вопрос, как бы. Так, 3 бочки вина, бочка бензина 5 штук. Где еще одна? У тебя больше бочек бензина нет? У тебя и в грузе несоответствие. Так, опись грузов не подходит. Давайте номер проверим. Ха! 7014МК. По номеру все нормально. Так. Закройся нахер. Это бампер, блять, или нет? Что-то понять не могу. Ну, вроде да. Так-то машина внешне визуально нормально, все, но из-за того, что... Короче, у тебя, подожди, у тебя ковид в порядке, да, получается? 22 февраля. Но из-за всего остального, вот из-за этого, ты попасть сюда не можешь. Поэтому, бляха-муха, подожди. Максон, а, да. Работай. Ага. Такс. Ну все, теперь я... нельзя тебя. Надо следить за тем, что ты делаешь. Понятно? Ну давай, давай, давай. Улепетовой. Вроде все в порядке. Отлично, только что-то не нашел. А, регистрационный номер, типа, у него неправильный в итоге оказался, и номер паспорта неправильный. Я же сверял, все нормально было по регистрационному номеру. Странная херня. Ну ладно. Это был последний телефон, можете заниматься своими делами. Так, а дело-то у меня очень простое на самом деле. А где у меня там этот самый чубздик мой? Во-первых, почините шлагбаум, ебаный. Во-вторых, младший сержант, товарищ молодой. Мне, пожалуйста, вот эту вот херню, будьте любезны. Проверьте склад. Короче, надо тащить. Тащить. Собственно, тащить надо. Отдайте варежу командиру. Так, где у нас? Ага. Сейчас мы всех троих туда посадим. И... Ну, сначала туда деньги, наверное. Заберу всякие разные. Так. Фальшивые деньги. Все это загружаем. Что у нас там еще во второй вкладке? А, кстати, немного на самом деле. Получается, тогда мы оставляем просто одну вот эту вот обойму, наверное. Пока здесь дома оставляем вот так вот фальшивые деньги, то есть заодно сдадим. Я это, естественно, все вырежу. Хотя зачем туда ездить сдавать? Логично, что, наверное, не надо.
Хорошо, тогда не будем задавать. Тогда пускай у нас пока все это на складе валяется, тем более место позволяет. Так, ножичек запасной у нас есть. Все шикарно, замечательно. Так, пойдем. Пойдем на выход, как говорится. Так, полицейскую машину. По идее, за них должны отвалить сейчас, как и в прошлый раз, 800 с чем-то баксов, да? Правильно ведь? Жалко, конечно, что на этой машине едем, но... Собственно, увидимся уже там. Так, приехали. 688. А почему сейчас меньше? Интересно, почему сейчас меньше? Это же реально странно. Хотя там мы куда поедем? Там, видимо, проезда нет, да? Ну ладно, давайте так кругалек сделаем. А, в смысле сделаем. Увидимся обратно на базе. Так, короче, приехали. Я уже обратно поставил машину другую. Так, шлагбаум так и не починили. Все удалось решить. Я предлагаю, у нас сейчас пишутся бабки. Скорее всего, мы проапгрейдим тюрьму. На одно место, получается. Это где это у нас? Квартира, это не то. Склад не то. Вот, тюрьма. То есть обновление будет у нас 5 человек, там уже на обслуживание 40 баксов. Типа 20 баксов не так серьезно. Но зато мы сможем нормально... Да давайте прямо сейчас, наверное, обновим. Обновление 900, все. Тюрьма у нас вмещает 5, отлично. Так, машину я хотел здесь апгрейдить, кстати, тоже, чтобы она ездила прям быстрее. Вместимость 16, заключенных также 2 будет, да? А у нее сколько уровней максимально? 2? Или 3? У машины есть выносливость. Это, может быть, жизнь имеется в виду. Ну, я, если честно, не вижу смысла ее апгрейдить. Ну, если только ради скорости, чтобы быстро ездить. Просто она также будет 2 заключенных перевозить, и вместимость меняется, типа, с 9 на 16. Ну, я хер его знаю. Пока, короче, не будем это делать. Пойдем поспим. Следующий день не за горами. У нас еще 2 преступника осталось. По-прежнему сертификаты на вид нам будут нужны. Вот, сейчас у нас сколько-то минус бабки, естественно, уйдут. Жалко, что преступника упустил. 400 баксов мы потеряли, получается, из-за того, что неправильные досмотры были. Улучшение 900, а, неправильный досмотр 200, зарплата 250, содержание собственности 120, автомобилей 30, это вообще немного, ремонт автомобилей минус 50, а я же не ремонтировал. В смысле... Так, 1277 баксов. Это мы еще не сдавали контрабанду, что у нас есть. Возможно, нам придется это когда-нибудь сделать. Вставайте! Впереди еще один крутейший день на границе. Уважаемый начальник, спасибо, что пропустили меня. Сейчас моя сестра в больнице, у нее стабильное состояние. Когда я узнал, что ее жизнь в опасности, я пришел в ужас. Я не знаю, что бы я сделал, если бы вы меня тогда не пропустили. Я вам по гроб жизни обязан. Орест Смитов. Вот, вот, добрые дела вознаграждаются. Но с другой стороны, если бы там было все не по правилам... Я не знаю, типа, с одной стороны, в некоторых вещах, наверное, стоит перейти себя, чтобы быть человечным, так сказать... Просто за это получается минус бабки, но... В общем, если мы уверены, что это не контрабандисты, почему бы не пропустить чела? Да, это будет неправильный просмотр, но человек будет благодарен, и, возможно, впоследствии к нам не придет, и нас, нам пизды не даст. Так, в шляпе с усами. С бородой, в смысле. Что это конец пандемии? А, эпидемия. К счастью, партия быстро приняла решение о вакцинации. Владислав Сорокин, хорошо. Так, ты из Акаристана, 26-е. Совсем дурак, что ли? Как так вышло-то? 25 мая. Давайте проверим вес машины. Вес машины нормальный. Ты чё, сука? Владимир Сорокин, блядь. Да мало. В смысле, почему? Да просто так, захотелось. Змею тебя увидел в этом самом. Вот, кстати, наша большая теперь тюрьма. Можно, в принципе, как-нибудь такую превьюшку и сделать. Ну, вот такая превьюшка, но нормально. Надо будет только с центра эту точку убрать. Может, еще фак полис, чтобы было видно. Короче, я придумаю что-нибудь. Так, о, нихера, у тебя тут даже... У тебя у самого тут расширение. А
так вышло-то? А, ты типа в ту сторону строишься, получается? А там далеко можно строиться? А, это пристройка. Ну да, получается так. То есть еще один разочек можно. Так, поехали. Ага. 4 разреза, 13. О! Контрабанда оружия начинается. Так, здесь ломик нам нужен. И здесь оружие, контрабанда. Контрабанда оружия — это уже намного серьезнее. Может, кстати, они распределяются по тому, кто что провозит. Типа, фальшивые деньги не так особо критично. А вот все остальное... Так, подожди-ка. Жопа свиньи. Можешь пробовать побить. Здесь ничего нет. Так, понял. Короче, только ломается лом от этого. Будем иметь в виду. Но ломик у меня, благо, запасной есть. А что, так мало контрабанды у тебя, что ли? Здрасте. Кто это, посмотри, здоровается? А! А нахуй я провожу эту опись? Надо просто посмотреть, есть мне что-нибудь или нет. Не, ну свинью я ебошить не буду. Она же не виновата, что у нее хозяин додик. А я что-то понять не могу. А где еще может быть? Ну не может быть такого, что всего лишь 3 контрабанды. А за сиденьем я ничего не вижу. В самом сиденье ничего нету, в дверях вроде тоже. В крыле нашли. Ну, бля, буду я уверен, сейчас я его отпущу, он скажет, типа, короче, там в движке было. А где в движке, хуй его знает. Да, не, смотри-ка, почти все. Под пассажирским сиденьем. Я ебал этот цирк, блять, если честно. В смысле под пассажирским, то есть прям под ним, то есть не надо его скрывать, надо как-то его найти. Так, у нас остался только 37-летний пердун. Ну как пердун? Снегу Дайнара, да. Вот тут документы, вот тут документы. Так, ты похож? А, объединенный ралли, кстати. А у нас был? Или он был из объединенного ралли? Да, а это 37 лет. Но тебе нет, тебе явно... Сколько там получается? 50. Ну, под 40 тебя, короче, да? Типа 44. Хочешь немного заработать? Я с удовольствием тебе что-нибудь куплю. Ну-ка, а что у тебя есть? Покупаешь стиральный порошок, туалетку. Туалетку по 2 бакса покупаешь? Ой, это барыга. Подожди, а где мои сигареты? Которые я могу, типа, продавать? Подожди секунду. На складе, что ли, лежат? Во-первых, оружие надо скинуть. Сигареты где? Вот они. Сигареты должны быть у меня постоянно. Чтобы в случае чего я просто взял и продал. Так, давай, короче, ладно, посмотрим, начинаем с осмотра. 1520. Ага, все в порядке. Рожа похожа. Антиглонти. 4 мая нормально все. По номеру сходится. 6 ноября. Так. Привет от холеры. Ну, плохо. Правила въезда. Нет, получается. Это же правила въезда. Только людям с прививкой от на вид. Кроме того, с момента вакцинации должно пройти не более 2 недель. Так. Давайте проверим машинные номера, наверное, еще. QRM0042UW. Тут все в порядке. Zavit. Zavit это Zavit. Это я запомнил. У меня есть моя тачка Zavit. Так. И такой беглый осмотр на наличие повреждений машины. Зеркала на месте. Все в порядке вроде как. Стекла не биты. Фары не биты, не бриты.
Ну да, получается, ты просто проехать не можешь. Да мало. Ну, у тебя прививки нету, что я могу сделать? Улепетывай давай отсюда. Так, что за музычка? 37 лет, да? Ага. О, идеальный отказ, 200 баксов. Так. Ну, вроде похож. Так, Рабих Бадран. По паспорту все ништяк. 9 июня нормально, 25 мая нормально. Рабих Бадран. 13 марта дата вакцинации. Ништяк, все хорошо. Так, сертификат вакцинации, все хорошо. Здесь Азарви. Что за машина Азарви? Это та? Азарви, да, это та машина. УЗА 2473XT. Хорошо. Слушайте, давайте быстренько выгрузим все это дело. Просто проверим. Четыре бочки машинного масла. Бляха, муха, ты мне бесишься. И две бочки рыбы. Ага. Просто проверим, нет ли какой-то змеи на них. Да не, все в порядке. Так, Максон, грузи обратно. Слушайте, наконец-таки ты хорошо 10 тысяч рядом прям. Вот так ты и должен все время стоять. Плюс заодно посмотришь, научишься, может, чему. Взвешивал машину? 2340. Слушай, ну у тебя прям как будто все хорошо. На вид 78, Рабих Бадран. Проезжай. Хоросегодайна, вам тоже хоросегодайна. Хоросегодайна. Блять, на лет не посмотрел, сколько ему. Но все хорошо, слава идея. Слава богу, идеальный досмотр. Прям все идеально. Так, 200 баксов еще. Так. Товарищи, открою вам секрет, как пережить пандемию. Я делаю так уже несколько лет и вообще не болею. Одна бутылочка користанской водочки за завтраком и будете здоровы как бык. Тебе 30 лет, хорошо. Так, Измаил Радиани. Измаил Радиани. По паспорту все ништяк. 20 июля нормас, 25 мая нормас. По работе окей. Так, номера с Ростовой проверим. HV4420WM, отлично. Так, что еще осталось? Измаил Радиани, на всякий случай, здесь тоже чекну. Ковид есть, 2 февраля, отлично. Ну, в смысле, ковид, на вид точнее. 490 должно быть. Бля, несоответствие веса. Ух ты ж, ёхтендрын. Я всегда со всем обращаюсь осторожно. Слушайте, а я что-то сейчас... Вы, наверное, кричать будете, но... Какие мои действия, если все-таки вес превышает? Я же его, получается, не могу все равно пустить? Типа он нарушает правила ведь въезда, да? А, или это не правило въезда, это просто нарушение какое-то. Так, все, выгрузил, давайте посмотрим. Три моющего средства есть. Ящик сыра 2, удобрений 10, бочка машинного масла 1 и 5 хлопьев к завтраку. По грузу все норм, вопросов нет. Бегло осмотрюсь, вдруг это контрабандист, хотя это не он, ему 30 лет. Максон, блядь. Так, получается. Получается, я его пропустить-то могу? Или нет? Давайте-ка, ну-ка, в голос кричите. Возможно, я вас услышу. Я пока посмотрю. Мы очень спешим уже. В смысле, мы. Кто это мы?
тебя бокового зеркала нет. Это же боковое зеркало? Нет, не боковое. А где боковые зеркала у тебя? Одного нет, второго. Так, двух боковых зеркал нет, хорошо. Плюс разбитое окно, через которое он с нами общается. Это два. Здесь все в порядке. Бампер есть. Сзади тоже все есть. Тип машины, кстати, надо посмотреть. Граждюк. Да не та, вот эта мне нужна. Граждюк. Ну да, это она. Так, получается, посмотри, у меня есть только одно, получается, ну, еще и как замечание, вес автомобиля не тот. То есть я, получается, его ни в каком случае не могу пустить, потому что вес автомобиля неправильный, правильно? Так. Опись грузов. Короче, наверное, нельзя. Ну, я так подозреваю, раз у меня здесь стоит галочка, то значит нельзя. Попробуем, что нельзя. О, покупает сиги. Пачки сигарет. А у меня прям блоки сигарет, да? Это типа контрабанда, получается, ее нельзя продать. Бля, короче, видимо, нет. У тебя вес машины неправильный или... Сука, как ты меня бесишь, это ведь последний клиент на сегодня. Так, короче, мне игра залагала, нормально все отвисло. Что с тобой делать? Пускать, не пускать? Давайте почитаем вообще. Что-то с вес автомобиля. Где-то у меня здесь должно быть вес автомобиля. Видите, что марка соответствует. А, вот, проверьте, не превышает ли масса автомобиля допустимые значения. Ну, типа, раз превышаю, значит, пошел нахуй, правильно? Короче, ладно, пошел нахуй. Я надеюсь, что я все правильно сделал. Не то, что иначе я хз. Даже дверь тебе закрою. Бля, там еще один. Давай. Да, все-таки нельзя пропускать с весом. Здрасте. Тебе 37 лет, возможно? Ходи из машины, сучонок. Так у него уже 37, в чем проблема-то? Так. Здесь все в порядке, здесь тоже ни хера нет. Мангаль Трездам, да? Так вот это имя я проверять даже не хочу, потому что это полный пиздец какой-то. Так, 26 июня, хорошо, май, июнь. Че? А, не, нормально все. 11 июня. Мангал Церенандим, на вид 29 апреля, ага. Нельзя тебе проезжать.
Потому что поздно сделал прививочку. Давай взвесим твою машину. А как мы ее взвесим-то? Загрузи все обратно. Ага, сейчас все арматурой. Так вот, чтобы быстренько тудым-сюдым. Взять машину. Мне нужно просто вес раз посмотреть. 1215. Вес автомобиля нельзя. Так, давайте посмотрим, что по внешке. РКА 7020HZ. Машина у тебя как будто бы в идеале, но из-за всего вышесказанного получается Micros 26D это точно та машина. Поэтому получается до свидули. Нельзя. Да мало. Шикарно. Шикарно. Полное все идеально. Конец работы. Можете отдохнуть. Давайте попробуем отдохнуть. Мне что-то кажется, что сейчас, возможно, что-то опять произойдет. Ведь ночь на дворе. День 18. Правильный досмотр. 960 баксов. Почти косарь. Короче, 600 баксов почти заработали за сегодня. Это неплохо. Вернитесь в офис на посту и получите новые приказы. Я прям как ждал этой хуйни на самом деле. 42 или 43 минуты уже видео идет. С тем, что я уже вырежу. Товарищ, мы получили сигнал о криках, доносящихся из мотеля «Карат». Он был закрыт несколько лет назад, так что этот случай выглядит еще подозрительнее. Сходите туда и проверьте. А я говорил в начале серии, что мы, возможно, сегодня туда как раз заскочим. Так, хорошо, мотель «Карат», я знаю, где он находится. Так, у нас шлагбаум починили, поэтому выходим как люди. Бля, прям по ебальничку. Благо, мотель «Карат» недалеко. Патронов у меня дохера, по идее. С собой у меня, в принципе, все есть. Фары давайте тоже включу. Отправляйтесь по вызову. Я же мальчик по вызову, конечно. Поэтому отправляюсь... Ну, мотель «Карат» недалеко. А в смысле, кстати, он заброшенный? Я же там регулярно вижу какие-то свет в окнах и так далее. Выпустите меня! Я и так ничего не скажу. Найдите вход в здание. Здесь мы типа перепрыгнуть сможем. Не думаю, что это правильный путь. Поэтому с другой стороны обойдем. Ты можешь в коробке вообще кричишь, а не там внутри? Так, ну дверку я нашел. Чтоб сзади никто у меня не это самое. Так, обыщите здание. Чё у тебя здесь? Патрон для ружья. Пойдёт. Для пистолета патрон тоже пойдет. Ты чё, сука? Хэдшотами разбираю их просто и все. Такая музыка. Ой, там еще одни с улицы что ли бегут?
Я пока живчиком. Ох, нихуя их там. Блять, перезарядочка. У них опасные пушки, между прочим, а я с одним пукалкой. Я с одним пукалкой. Еще перезарядочка. Вылазь давай, блядь, сучонок. Это не все. А, еще он, вижу одного. Да бляха, муха. Все, нет. Еще есть? А вы куда пропадаете, ребят? Патроны, кстати, есть, вроде ништяк. Они пропадают, трупешники, оказывается. Эвана как. И чё, и где? А, ну куда теперь? Обыскиваем тело, патрон для пистолетика. Так, это у нас что? Это у нас в никуда ведет. Нехуй пиздеть. Обыскиваем, все в порядке. Я тебя вижу. Прям целая банда какая-то. Ебать! Да, перезарядочка. Блять, еще один там. Мертв, вроде. Да вылезь ты уже оттуда, блять, заебешь. Охуеть, ты тут ты кто такой-то вообще, что тебя, блядь, столько людей спиздило и охраняло? Ну, с пистолетиком иду, разбираюсь, такой, типа, хорошо и красивый такой, бам-бам, ту-пум-пум-пум. Подожди, сейчас обыщу, а тут трупешники, сука, пропадают, говоришь, пропадают, блядь. Петр Кавка. Ты пришел вовремя. Головореза Абиранка, вы хотели сдать меня кровавому кулаку. Меня зовут Петр Кавка. Я помощник министра внутренних дел. Повстанцы давно за мной охотятся. Они знают, что мне известны подробности нападения на их логово. Быстрее, развяжи меня и пошли отсюда. Они скоро будут здесь. Помощник министра внутренних дел. Повстанцы давно за мной охотятся. Ну давайте освободим, пока по-хорошему не идет. Быстрее, бежим! Опасаясь сплетен своих политических соперников, Кавка решает сохранить в тайне историю своего похищения. Угрожая обвинить вас в сотрудничестве с кровавым кулаком, он заставляет вас хранить молчание и помогает покинуть карикатку. Комиссар рад разгрому очередного убежища банды Беранкова, но так и не узнает всей правды. Ах ты хуйло ебаное. То есть, серьезно. Но 1200 баксов заработали. С одной стороны, да, нас предали, с другой стороны, 1200 баксов. Это 1200 баксов. Так, по серии, наверное, что, будем заканчивать, потому что уже время подходит. В следующей серии, получается, сейчас мы выспимся, мы сразу поедем за автоматом, скорее всего. Ну, после окончания первого рабочего дня. Блядь, где дом-то мой? Дом мой вот там. Вот, поедем за автоматом, у нас появится, наконец-таки, новое оружие. А пока что, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик. Увидимся в следующей серии уже завтра. Дальше интереснее. Всем пока.
пока.